Всем добрый вечер. Сегодня мы приехали, это Эйнште моего, то есть моей сестры мужа, родной брат, братишка, ну брат, братишка. Потом мы зайдем в дом, покажем, но сейчас он нас ведет показать. Он занимается, он фермер, выращивает лук. Что еще из этого? Кукурузу. Кукурузу, картошку. Чеснок. То есть он трудяга, он ходит еще на работу, он работает. И еще занимается, то есть, землей, фермерством. Еще у него дома куча животных. И сейчас мы не знаем, куда мы двигаемся. Мы в поле, да, идем? Мы идем сейчас на поле. Главное, меня не продайте там никого. Сколько баранов за нее дадут? Энвер все время говорит, что даже одного коня не дадут. Наверное, сейчас у нас в Узбекистане бараны под 80 килограмм. Но она где-то 65. Еще одного барана не тянет. 60 нету. Да. Она 60 даже не весит. Так что, осины. Короче, за меня бараны там, где, дадут. Там, где лишние, потом уберешь. Короче, меня хорошо. Выше, да, в этот? Да, вперед. Купались. Ну, я там не плавала. А почему не плавала? Она плавать не умеет. Они все, плавали, они все, знаете, сажали где? Огурцы. Где вот? Бабет их заставлял отец собирать. Угу. Потом у них есть такая сестренка Сусана. Она когда канал прыгала, канал да. весь закрывался. И вода пересыхала, да, еще? И в этот момент остальные все купались. Как Сусана выйдет, все, течение появлялось. Ассаламу алейкум. Аз суратке оламыз. Мумкун ма? Не мумкун емес. Той болады и мумкун емес. Завтра будет, да, свадьба? Нет, да, завтра утром, это, они сейчас подготовка на плов. Ага. А вот рассказывайте, рассказывайте. Сама рассказывай. Я же не знаю, как будет здесь. Говорят, что завтра кто? Девочка выходит, мать? Девочка замуж выходит. Завтра выдают дочь свою замуж. Сегодня готовятся, нарезают, я так поняла, плов. Там, ой, плов. Ну, морковку, да, подготавливают все продукты. А завтра утром будут встречать с днем, вот родители... готовить плов. А, это родители невесты, да? Да? Это нет, это дедушка. Это дедушка, а отец там. Можно? Хармнан келді, да, бұлар? Зары хармнан. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Да. Оди включатель. Проверить, да. У нас в Узбекистане без включателя. Вот он будет сейчас включать, потом выключать. А где кто им крошит, где там морковку или сейчас, еще рано? Еще рано. А, еще рано? Вечером заходите, вот 9, они вот будут. А, 9? Да. 9 уже все уже будут. Хорошо, придем, да. Придем, мы как раз покушаем. Да. Все, ну вот так, вот пока подготовительные. Вот и с ним готовить. Хорошо. Оу. Не читаем, что тайр начнет, куда же мы сюда? Да. Эмиль, 2 часа будет это готовить. Будешь снимать плов, как готовить будет? 2 часа ночи. 2 часа ночи. Нам завтра на... Утром в 7 будет раздавать. Давай. В этом канале мы плавали. Мы вот в полях, у нас папа брал раньше поля в детстве, когда мы были маленькие. Мы выращивали там лук, огурцы. А еще мы вот плавали в этом канале. Вернее, мои старшие плавали, а я все время боялась, потому что они стращали, что там шлюзы меня зарубят там, или еще что-то в этом роде. А сейчас кажется, он такой маленький, мини. Проверим глубину. Нет. Маруха не узнает? Нет. С ним в лагерях, говорит, вместе был. Не помню я. Крутые горки помню, а вас не помню. Вот видите, меня кто-то помнит, я склерозный, короче. А, мы сейчас идем к вам на поле, вот, да? Да, на поле. Мы главное, уже. Меня не заставляйте работать. Вот, она вот, в детстве уже рай, на работу. Вот, рай Узбекистана, вот. Вот. На самая красота. А если сердца нет, то что говорить? Как это у меня сердце? Вот, сними вот так. Вот, сними, как красиво. А ты за один прыгнул в одном тапочке. Так вот, меня пугали, что я вот тут не разочарилась. Нормально, я просто думаю.
они берут в аренду землю. С братом, с Эльвисом, кроме того, что работаем на заводе, еще и занимаемся сельским хозяйством. Гектар картошки, перед этим был пол гектара чеснок, гектар лук. Сейчас вместо чеснока посадили кукуруз, а вместо лука вот картошка. Лук отлично удался. Да, хорошо. И картошка, дай бог, чтобы хорошо удалась. И это. Мы поедем на Мальдивы, да? Мы это сейчас заказали, сейчас на Луну уже отправляют. Мы можем на Луну. Хорошо. То есть так мелко не берем. Мы мелко не берем. Сейчас Мальдивы никого не удивишь. Не увидишь, да. А там на Луне можно и лук, наверное, посадить. Можно, можно. Вода есть, оказывается. Пойдем смотреть участок получше. Да, надо на солнечной стороне выбрать. Вон новая Луна обычно. Надо, кстати, мама, у меня всегда детство горело. Надо показывать денежки на Луну. Денежки не надо. Всегда надо амин делать и хайрлы айла росли. Ха! Все. Короче, когда вы там уже деньги считаете? Деньги мы уже считаем и рассчитаем на расход. Считаем и раздаем. Уже считаем. Можно, когда будет уже итоговый, конечно, результат придут. Нет, ты сейчас начинай. Расход сейчас начинается. Расход сейчас. Если после вашей видеосъемки картошка уйдет по $1 за килограмм. Да ладно. Подождите, номер телефона оставите, я закреплю в этом, чтобы обращались. Да. Все, пусть будет по $1. Да, вас знаю. Салам алейкум. Салам алейкум. Да, ладно. Салам алейкум. Это наш самый старший брат. Ситмир ага. А это его супруга. Это его супруга Левая Дуду. А вот они специально пришли посмотреть на осине. Как она поправилась или в том же бараньем весе? 45 у нас. Хозяйка дома. Вот она скромная, спрятана. Хозяйка дома, это моя жена. А вот и принцесса младшая бегает. Давайте, садитесь. Все, она будет всем кушать. Радуйте, смазим. Буду я здесь. Кто бегает? На курорт ездит с ней? Да, на курорт можно и любовницу. Это долма моя любимая. Без драма не возят. А он ездит? На курорт с женой не ездит. Без драма не возят. Вот такую напитку все не приготовили. Это называется долма. Сарма по-татарски. Тебе уже не терпится, да? Да, я уже один съела. Вот по мусульманским законам, когда выдают замуж дочку или женят сына, всегда перед свадьбой дается на всю махалю ош. Вот сегодня плов. Вот сегодня один из таких вечеров. Утром будет раздаваться на махалю плов. А сейчас вот сабзу товрак называется. Все соседи собираются и нарезают морковку. Помогают. Готовятся. Всех поближе снимай. Эмиль, ты можешь сам посмотреть? Только мужчина. Эмиль, иди, хочешь жир у тебя? Да. Этот. Я думала, покрашить. Декор, YouTube качкару арарды. Ковальчики, да, кушат? Девочки, что делают?
Я пельмени готовлю. Ма, Россиядан алып келдим. И на сколько килограмм будет завтра полдень? 25. 25 это? Килограмм. 30. А что, думаете, что? Нет, просто? Интересно, да? Да, интересно. Когда плов будет готов, то время покажу. Утром в 6. В 7. В 7 это уже будет готово блюдо, да? 7 будет раздавать. Нам будет сам процесс, а не когда раздавать. Ночью начнется процесс. Ты будешь спать в 2 часа ночи или нет? А я люблю спать. Всем привет! Настало утро. Мы, конечно, немного опоздали. Мы Сони за Сони. Вот Закиракя сегодня выдает дочку замуж. А уже пришли вот соседи мужчины. Эмиль там все снимет. А, подают плов. Плов уже вот в казане. Вот, мы должны были пораньше прийти и снять как весь процесс. Но мы опоздали. Посмотрите вокруг, какая красота. На свежем воздухе, на природе готовит плов. Повар, статус у него такой, вид красивый. И свистнова? Забайдуля. О, что, не чили уже вчера с той лаге? Лет 35-40. А, 35 лет он готовит на праздники, на свадьбы. Плов. Посмотри, какой он красивый. Желтый-желтый. Свои волосами близко не подхожу. В Узбекистане дают, так что давайте. Вот, сейчас у семьи есть. А это теперь накладывает мне, тому, кто любит все время поесть. И я говорю, с утра, конечно, плов я буду. От мужчин рассказывать, говорит, Якубович что говорил? Где, говорит, бесплатно дают завтрак? В Узбекистане. Один. Ёмки. Чё, вы проспали, что ли? Подождите, наш главный, этот, второй ведущий. Салям алейкум. Салям алейкум. Алейкум салям. Как ты, Асиня? Хорошо. Давайте, садитесь. Давай, садитесь. А что, ты меня буду как кушать? Да, мукбанг. Мукбанг. Давай, садитесь. А ничего, что, да? А, ты меня снять хочешь? Давай. Смотри. Ой, Рахмат. Вот вкуснее. Чем винор самса мы кушали. Очень вкусный мед. Там еще изюм, нут. Нельзя так, а вот вкус у плова необычный такой. Прямо очень вкусный, вот прям, да. Очень вкусный. Потому что это на, здесь, когда приготавливают свадебный плов, добавляется масло специальное, зыгыр масло. Ага. Вот от этого дается вот такой вкус.
это на базаре, на этих, никто не добавляет такое масло. Оно само по себе это дефицитное масло и дороговатое. Поэтому вот только на свадебные плов добавляете. Реально он очень вкусный. Да. Вот я, видите, сижу с утра, в 7 утра, кто плов кушает? Кто же сам его кушает? Яшлар бахтли болсын. Рахмат. Рахмат сізге. Рахмат. Сізге рахмат. Біз просто утром уже улетим, поэтому надо хам қарындашларға пока деш керек. У нас тоже вот интернет отправ. Да, обязательно с ними ехать. Это ваш муж, да? Эрма имеет. Он молодой. На кухне у Асими. Эрнест хорошо с родителями живет. Женился? Нет. Вот она с Узбекистана, я ему невесту заберу. Четыре дочери. Четыре дочери, один сын. Я самый младший. О. В Узбекистане будем его смотреть в Ютубе? А я тебе это. Мама же узнает? Да. Мамуня! Папа, всех узнаете? Вот, привет всем. Тебя вообще не везет. А, вот вообще не надо снимать. Повер красавчик, мы уже его сняли. Ему 2 года еще сали. Все, я в школе. Вот так. Вот подписчики фоткаются, да? Да, дети стесняются. Да, стесняются. Мы скоро уже домой, поэтому со всеми родственниками надо попрощаться. Звонит звонок. Приехали к краю тара. Наконец-то вы появились. Не, мы. Что-то в этот. Мы вернулись давно. Мы как завтра давно? Улетаем. Да, вы завтра улетаете. Да, завтра с 6 утра. Да, поэтому приехали всем сегодня. Объезжаем, пока говорим. А ты скажешь, к концу месяца поедете. Ну вот конец месяца. Конец месяца у вас? Да. Конец месяца 30-й, правильно? Нам в школу еще детей надо собирать. Нет, ну так получилось. Мы купили когда? Выходной билет? Мы купили, да, выходной. А я думал, сегодня сегодня буду звонить, узнавать, где они, что. Не, мы вернулись с Ферганы, я в субботу с детьми. Эмиль приехал в понедельник, потому что он остался на... Сейчас у нас сегодня воскресенье. Вот, он в этот понедельник вернулся, а мы в ту субботу с детьми, потому что он ходил на встречу выпускников. Заходите. Здравствуйте, заходите. Мы туда проходим, туда нет. Так не пойдет. Ладно, все нормально. Закрой я. Сейчас дай мне настроиться. Давай настраивайся. Так, все.